Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги, партнеры. Если меня слышно, видно хорошо, прошу вас в нашем чате поставить просто плюсики, чтобы я понимал. Слышно, значит, да? Евгений написал в плюс. Остальные тоже, да? Все, спасибо большое, коллеги. У нас сегодня с вами тема партнерской программы, точнее, вебинара партнерской программы компании Skyway Capital. Вот. Мы сегодня с вами пробежимся по квалификациям нашей партнерской программы, ну и в конце я озвучу там некоторые новости, которые есть касаемо непосредственно проекта компании Skyway Capital, да, то есть то, что будет происходить у нас 2 июля и целый ряд, скажем так, новостей, которые мы должны разместить сегодня-завтра на нашем сайте, вот, с просьбой там, возможно, вы нам чем-то поможете касаемо подправления информации и так далее. Устраивает такой формат? Если да, просто единичку поставьте в чате. Вот. Зашло было больше немножко людей, сейчас стало меньше. Есть наверняка те, кому я просто надоел, вещая, скажем так, в этой комнате. Итак, коллеги, партнерская программа. То есть, в принципе, если подойти чисто сухо к данному вопросу, то по большому счету это обычный инструмент, да, в руках каждого партнера, каждого клиента, каждого инвестора нашей компании. То есть он может этот инструмент использовать с целью увеличения своего дохода на сегодняшний день, да, либо просто оставить, отложить его в сторону и быть просто инвестором в ожидании получения дохода от тех долей компании, которые сегодня он приобрел, если приобрел, да. То есть у нас есть несколько вариантов сотрудничества с компанией. Один из них – это просто человек регистрируется внутри личного кабинета, у него появляется возможность разбираться в информации. Вот. Если он просто зарегистрировался, ничего не купил, вообще никакого движения не сделал, он просто клиент. Да? Если он зашел в раздел инвестиций, выбрал себе пакет любой, будь то в рассрочку, будь то, скажем так, разовые оплаты разного номинала, он переходит в категорию инвесторов, да, после оплаты данного пакета, либо после выбора рассрочки. Вот. И, в принципе, на данном этапе любой человек может остановиться. Никто его не будет заставлять проявлять какую-то активность в отношении, скажем так, создание бизнеса по партнерской программе компании Skyway Capital. Но если вдруг даже просто инвестор, который понимает, что мог бы каким-то образом возвращать, да, инвестированные денежные средства в наш проект, некоторые приходят в какие-либо виды бизнеса, там, связанного с MLM-программами, и говорят, хотя бы отбить свои деньги, да, пользоваться хорошим продуктом, там, например, услугами, и чтобы это было бесплатно, да, грубо говоря, с наваром в будущем. Что касаемо нашего пакета долей компании и так далее. То есть люди могут оставаться инвесторами. Плохо ли это? Ну, вы знаете, это нормально, потому что по большому счету, наверное, большинство людей, которые приходят в наш проект, они, наверное, остаются на уровне инвесторов, либо, скажем так, партнеров, зарабатывающих какие-либо деньги, которые, скажем так, на сегодняшний день немного улучшают финансовую сторону их жизни. Это их устраивает, потому что, возможно, есть какие-то другие виды дохода. Да, там, возможно, много платят на работе, у них есть какой-то другой источник в виде бизнеса, может быть, несколько бизнесов и так далее, и так далее. То есть они вправе просто иногда рекомендовать данную возможность и получать доход по мере приложенных усилий. Но есть категория людей, которые как бы хотят зарабатывать много, которые хотят добиваться успеха, которые, скажем так, безудержно хотят помогать другим. Но это, кстати, одно из, наверное, важных качеств, потому что большого успеха действительно добиваются люди, подобных программах, в которых есть многоуровневое распределение денежных средств, вознаграждения, это те, кто реально хочет от всей души помочь тем, кто их окружает. Они видят перспективу, они разбираются в этом, да, и начинают предлагать своему окружению, родным, близким, друзьям, знакомым, много кто их окружает в этой жизни, да, люди, с которыми они знакомятся вновь, но сразу рекомендую не при первой же встрече, да, если вы с кем-то познакомились, вы говорите, давайте я сделаю инвестором Skyway Capital, да, вот, а в плане есть огромное количество людей, с которыми вы общались несколько раз в своей жизни. С кем-то у вас установились дружеские отношения, кто-то из вас, из этих людей знакомый и так далее. То есть всех этих людей можно оповестить при помощи и наших инструментов, которые есть внутри личного кабинета, личные встречи. Как правило, личная встреча с наставником, да, лучший вариант, когда вместо вас до своего окружения, до вашего окружения информацию доводит кто-то третий. Это может быть лицо, торчащее в экране, как я сейчас. Да, это не обязательно я, кстати. Вот. Это может быть человек вживую, то есть которому вы пригласили на встречу своих потенциальных партнеров. Да? Это могут быть живые презентации, проходящие в большом количестве городов и стран. У нас сейчас, скажем так, несколько сотен порой мероприятий проходят ежемесячно в разных уголках земного шара.
Вот, и, возможно, вы проживаете в том городе либо в той стране, где подобные мероприятия проводятся. В принципе, лучшее, что можно сделать на это мероприятие, прийти самому и пригласить с собой какое-то количество людей, которые получат информацию от нейтрального источника, которого они не знали, да, а не от вас. Вот. И почему я говорю не от вас? Потому что, возможно, у вас вчера, там, позавчера, месяц назад, полгода назад была совершенно другая специальность, вы занимались каким-то другим делом. Вот. А сейчас вы людям предлагаете инвестировать в транспортную технологию, можете им рассказывать долго о транспорте. Вот. Рассказывать о мире инвестиций, скажем так, а до этого вы никогда не были инвестором, да, и много чего еще. То есть возникает определенная степень недоверия. Ну, это, наверное, нормально, потому что все мы люди, и все мы, скажем так, имеем какой-то прошлый опыт, да. И нас, наши с вами знакомые, рассматривают в разрезе того опыта, который имели вы в общении с нами. Соответственно, если мы вчера еще просто ставили пломбы в зубы, а сегодня вдруг вскочили ноги в руки и стали всех агитировать, скажем так, покупать акции новой эволюционной технологии, да, то могут возникнуть проблемы. Лучше, чтобы за вас это делал другой. Не буду сейчас долго на этом останавливаться, да, есть огромное количество лидеров, развивающих свои структуры, которые могут объяснить способы, как можно донести информацию и так далее. Моя задача сегодня немножко проще. Итак, коллеги, партнерская программа – возможность создания бизнеса сегодня и получение быстрого роста вашего дохода. Да, потому что, скажем так, если вы активно возьметесь за дело, соответственно, у вас этот доход будет расти. 6 квалификаций. Как я вам говорил, у нас есть квалификации, которые не входят в партнерскую программу, это клиент и инвестор. Для того, чтобы стать партнером, по большому счету, не нужно выполнять каких-то обязательных условий. Для этого достаточно просто подписать партнерское соглашение. То есть, когда вы себе заводите личный кабинет, у вас есть кабинет инвестора. И там есть кнопка «Кабинет партнера». Когда вы нажмете, вам будет предложено подписать клиентский партнерский договор. Даже если вы не купили никакого пакета долей компании, вы можете стать партнером, и у вас появляется возможность получать вот эти проценты, которые сейчас вы увидели на экране. Точнее, начисления на бонусный счет. Для того, чтобы этими деньгами воспользоваться, вывести их с бонусного счета, вам необходимо будет купить хотя бы минимальный пакет. Минимальный пакет, она стоит $15. То есть, по сути дела, это заход в бизнес для тех людей, да, кто просто подписывает партнерское соглашение, не покупает себе никакого пакета, но у которых там какая-то тяжелая ситуация, что вот денег нет совсем и не было уже на протяжении долгого промежутка времени. Но вы горите, вы хотите, скажем так, создавать бизнес, помогать людям и вместе со своими партнерами двигаетесь в этом направлении. Итак, партнер – это тот человек, который подписал партнерское соглашение, у него появляется возможность получать на бонусный счет начисления в виде 15, 4, 2 и 1% с 4 уровней глубины. Вот таким вот образом. Есть люди, которые двигаются по такой схеме и даже зарабатывают эти деньги, покупают пакеты и начинают развивать бизнес. Да? Но сразу хочу немножко предостеречь. Как правило, MLM-бизнес, а у нас есть многие элементы похожести, да? Это тот бизнес, в котором люди повторяют ваши действия в большинстве случаев. То есть, редко когда кто делает больше. Соответственно, если вы хотели бы, чтобы в вашем первом поколении люди покупали пакеты хотя бы по $200, ну, наверное, самый правильный путь – это самому сделать такой шаг, и потом сказать, смотри, я это сделал, это можешь сделать и ты. Это как учить плавать кого-то, да? То есть, если вы теоретик и никогда не входили в воду и даже, скажем так, в ванной не сидели, вот, вам очень трудно будет объяснить кому-то, как нужно плыть. Вторая квалификация по партнерской программе, то есть рост уже ступенька на одну выше, появляется первое обязательное условие. Это личная инвестиция на сумму от $100 и выше. Пакеты у нас есть. $130, $60, $30, $15. То есть вы можете купить несколько пакетов меньшего номинала, и когда сумма 100 будет перейдена, превышена, да, там 60, 30 и 15, например. Вот у вас 3 купленных пакета, суммарно это 105. И когда в вашем первом поколении минимум 2 человека сделают то же самое, да, соответственно, вы выполните первое условие квалификации консультант. Вот, потому что суммарная, скажем так, инвестиция в первом поколении, это третье обязательное условие, будет выше $300 США. 300 и выше. Ваши 100, 2 человека по 100, это 300. Соответственно, если вы сделаете все эти телодвижения, о которых я сказал, то у вас добавится один уровень глубины, с которого вы будете получать 1%, и по 1% будет добавлено на втором, на третьем, на четвертом уровне создаваемого товарооборота, либо от суммы привлекаемых инвестиций. 15, 5, 3, 2, 1. Следующая квалификация, называемая лидер, она еще, скажем так, отличается от предыдущей одним интересным моментом, сейчас я о нем скажу. Чтобы стать лидером, необходимо самому купить на $200, у нас есть пакет ровно на $200, да, и более. И минимум 3 человека в первом поколении делают такие же действия, как и вы. Суммарный товарооборот, третья обязательная величина, вашей личной закупки первого поколения должна быть не менее $2000. То
Соответственно, помимо вот этих вот трех людей, которые купили, например, по 200, должно быть еще немалое количество людей, которые могли купить там на 130, на 60, на 30 долларов, на 15, суммарно 2000 и более. Вот. Либо вы сами могли купить на 500, например, и 3 человека купили по 500. Соответственно, вы выполнили это условие, у вас всего 3 человека в первом поколении, да, но вы стали лидером. Так вот, лидер получает, скажем так, 6-й уровень глубины, 1%, и увеличится значительно вознаграждение на 2-м уровне, вместо 5 становится 7, на 3-м вместо 3 становится 5, на 4-м 3%, на 5-м 2%. То есть это те проценты, которые вы получаете с суммы привлекаемых инвестиций на этих уровнях глубины. И очень важный момент, начиная с квалификации лидер, 15% от тех денег, которые вам начисляются на бонусный счет, да, там, неважно, 20 это долларов будет, вы заработали, 100 долларов, 1000 долларов, вот 15% от этой суммы вам будет начислено на акционный счет. Акционный счет – это такой счет, с которого вы можете только приобретать пакеты долей компании. И только из стандартного прайс-листа. Внутри личного кабинета у каждого из вас есть страничка «Инвестировать», и там есть таблица. Так вот, на акционные деньги вы можете купить пакеты, которые находятся в этой таблице, где пакеты стоят от 15 долларов до 150 тысяч долларов. Если вы активно строите партнерскую структуру, дошли до квалификации лидера, может быть, даже дальше, есть, наверное, логика в том, чтобы накопить на акционном счете большую сумму. Важно, скажем так, не просмотреть данный момент, когда мы переходим с этапа на этап, когда меняется дисконт и так далее. То есть реализовать по большему дисконту акционные деньги. Итак, лидер начинает получать у нас деньги на акционный счет. Мастер. Мастер – тот человек, который воспитал в своей структуре в первом поколении трех лидеров. Вот. Сам лично купил на 1000 долларов долей нашей компании, и суммарный товарооборот вашей покупки первого поколения превысил либо равен сумме 5000 долларов. То есть, когда все это происходит, когда вы помогли троим людям достичь своей предыдущей квалификации, выполнить остальные условия, вы становитесь лидером, а добавляются еще три уровня в глубине по 0,5% с товарооборота, который делается на этих уровнях. Вот. И у вас увеличивается вознаграждение на четвертом уровне глубины становится 4%. И на пятом уровне глубины вместо 2% становится 3%. И на акционный счет вам начисляется 30% от заработанных бонусных денег. То есть это квалификация мастер. Следующая квалификация по партнерской программе, пятая ступенька карьеры, которая есть в нашем бизнес-плане, да, это эксперт. Человек, который лично приобрел акции нашей компании на сумму от 5000 долларов и более. Суммарный товарооборот первого поколения его личной закупки превысил сумму 10 тысяч долларов. Да, и в его структуре есть минимум три мастера. Два из них обязательно в первом поколении. Одна ветка, вторая ветка, там два мастера в первом поколении. Третий мастер может находиться в любой от вас глубине. Важно, чтобы он не попадал в первые две ветки. Когда это условие выполняется, здесь просто на рисунке нарисовано опять, что все в классическом варианте, все три у вас в первом поколении. Да. Мастеров, кстати, может быть больше. Их может быть 5. Да, там 10. Важно отслеживать еще вот этот товарооборот, который фиксируется в вашей личной закупке первого поколения. То есть у вас может быть 3 мастера, у вас может быть 5000 долларов, скажем так, собственных инвестиций, но не хватать суммарного товарооборота в первом поколении. Но это где-то мотивация, скажем так, продолжать развивать бизнес, приглашать людей, новых людей регистрировать за собой там, и так далее, и так далее. Не останавливаться, как мы говорим, на достигнутом. На акционный счет человека в квалификации эксперт начисляется уже 40% от заработанных денег на бонусном счете. И добавляется еще к тем процентам, которые зарабатывал у нас мастер, добавляется 1% в первом поколении. То есть любая покупка любого пакета в первом поколении с того момента, как вы стали экспертом, это уже 16%. И с 10 по 20 уровень открывается сразу один из поколений глубины, откуда вы начинаете получать 0,3% с товарооборота. До недавнего времени, до прошлого месяца середины, да, до 16 марта, у нас было 0,2% с глубины, то есть условия улучшились для достижения квалификации, точнее, по достижению квалификации эксперта у вас будет больше начисления денежных средств. Кстати, люди, достигшие квалификации эксперт и квалификации топ-эксперт, имеют, скажем так, возможность получить индивидуальное приглашение на мероприятие, которое у нас состоится 2 июля в городе Минске. То есть фактически они будут присутствовать на данном мероприятии за счет компании Skyway Capital. Квалификация топ-эксперт. Стать топ-экспертом можно, воспитав трех экспертов. Два из них в первом поколении обязательно, один может быть в любой глубине, в любой другой ветке. Суммарный товарооборот первого поколения и вашей личной закупки 30 тысяч, и сумма личной инвестиции достаточно приличная, 10 тысяч долларов США. Но я знаю, что большое количество людей
приходящих в наш проект начинают, скажем так, с личной инвестиции, например, от $5000. То есть фактически они себе сразу готовят почву к пятой карьерной ступеньке по нашему маркетинг-плану. Чем еще интересен топ-эксперт? Тем, что с первого поколения будет выплачиваться с любой закупки с этого момента 17%, а не 16, не 15, как у предыдущей квалификации. И к тем уровням глубины, которые были у нас в квалификации эксперт, добавляются еще 4 с 21 по 24 уровень, откуда вам начисляется по 0,1% с того товарооборота, который вы создаете. Плюс ко всему, топ-эксперт – это человек, который получает право на получение так называемого топ-бонуса. То есть вся сумма инвестиций, привлекаемая компанией Skyway Capital за месяц, да, вот, там она может быть любой, там 3 миллиона, 4 миллиона, 5, там 7 миллионов долларов, да. 1% от этой суммы – это фонд для распределения денежных средств между людьми, достигшими квалификации топ-эксперт, и людьми, которые выполняют, скажем так, мотивационную программу, управляя региональными структурами. То есть успешные региональные лидеры, региональные партнеры, так же, как и топ-эксперты, получают в одинаковом количестве от 1% от суммы привлекаемых инвестиций за месяц положенную сумму. То есть она равными частями разбивается между топ-экспертами и региональными лидерами. Вот какие условия у нас на квалификации топ-эксперт. Топ-эксперт получает на акционный счет половину от заработанных денег на бонусном счете. Соответственно, он потом реализует эти деньги на приобретение пакетов долей компании в стандартном прайс-листе, который расположен у нас в таблице. Все, что я говорил в предыдущие 10-12 минут, отражено в данной таблице. Квалификация от партнера до топ-эксперта, уровни глубины, с которых люди получают процент вознаграждения, да, личная инвестиция, какая должна быть на каждой квалификации, вы видите на голубом фоне от $100 до 10 тысяч. И суммарный товарооборот первого поколения с учетом вашей личной закупки от 300 до 30 тысяч долларов США на квалификации топ-эксперт. Есть бонус, который также является частью нашего маркетинг-плана, позволяющий вам увеличить доход от инвестиций, которые делают люди, приглашенные лично вами в этот бизнес. То есть выгодно по данному бонусу иметь либо большое количество людей, оплачивающих рассрочку, да, либо периодически вы продолжаете приглашать новых людей в бизнес, обучаете их, что и как нужно делать, да. И бонус этот простой, выглядит он следующим образом. То есть до квалификации мастер включительно, если в вашем первом поколении, например, с первого числа по какое-то число месяца куплено 4 пакета, за это начисляется 15%. Мы не будем сейчас рассматривать квалификации эксперт и топ-эксперт, хотя проценты прописаны здесь на данном слайде в скобочках для них. Начальные, да? Итак, 15% вы получаете от каждого реализованного пакета, но как только покупается пятый пакет, и месяц еще не закончился, за него вам начисляют 16%, за предыдущие 4 пакета 1% до начисления со всего товарооборота, который был. 7, 8, 9 по 16%. Если 10 в том же месяце получается, да? 17% за 10 пакет и 1% за предыдущие 9. 11, 14, 18, 19, 17% вы получаете за каждый купленный пакет в течение того же календарного месяца. За 20 вам сразу начисляется 18%, и за предыдущий товарооборот из 19 этих пакетов начисляется еще 1%. То есть получается, что за все купленные пакеты в первом поколении компания вам начислила по 18%. Каждый последующий купленный пакет, который вкладывается еще в рамки этого текущего месяца, максимальный процент 18% вы получаете за инвестицию в первом поколении. Есть несколько условий по данному бонусу. Первый из них, что все пакеты, купленные по данной схеме, считаются в течение одного календарного месяца. Один человек может купить в течение этого календарного месяца несколько пакетов. То есть купил он 1 числа, 5, 10, там, 25, 4 пакета. Все они будут засчитаны вам. Учитываются пакеты, приобретаемые в рассрочку. Это я уже сказал. Пакеты, купленные в вашем первом поколении, это распространяется на старых партнеров, на новых партнеров, то есть те, кто зарегистрирован давно и вообще ничего не покупал. Тот, кто купил там в 2015 году, например, в середине и купил сейчас, и тот, кого пригласили вот буквально несколько минут назад, и он сделал какой-то товарооборот, купил себе пакет. Все это идет в зачет. Ну и, соответственно, начисление вам на акционный счет денежных средств идет в соответствии с вашей квалификацией. Заработали вы там по этому бонусу, там, грубо говоря, $1000, вы там мастер, соответственно, вам 30% от денег, начисленных на бонусный счет, будет начислено на акционный. Какие преимущества есть, да, и условия нашего партнерского плана? Ну, первое, действительно, самое важное, то, что он накопительный. С самого первого дня взаимодействия с нашей компанией по партнерской программе, все, что делается вами и партнерами первого поколения,
Все накапливается и не обнуляется никогда. Квалификационным считается первый уровень, соответственно, на рост вашей квалификации влияет объем инвестиций, которые сделали партнеры в первом поколении, и квалификации фактически этих людей, которые находятся в вашем первом поколении. Да? То есть, если вы внимательно меня слушали, то практически обязательно в первом поколении нужно иметь людей, которые развивают бизнес, которые где-то стремятся догнать, может быть, даже обогнать вас квалификации. Это идет вам на руку, потому что это также будет вас толкать вверх. Для того, чтобы вывести денежные средства с бонусного счета, необходимо на нем накопить не менее $30 США. То есть, как только на бонусном счете накопится $30, вы имеете право подавать заявку на вывод. Вот. Если сумма 29, то вам эти деньги не выведут. Поэтому есть смысл немножко потрудиться, чтобы заработанные деньги вывести на те платежные системы, которые у нас есть внутри личного кабинета. Вас никто не может обогнать в плане там, и вы не можете потерять структуру. Как это происходит в огромном количестве MLM-компаний. То есть, если вас догнали в квалификации, то вы либо совсем прекращаете получать, либо нужно выполнить огромное количество условий, чтобы получать хотя бы минимум с этой ветки. А где-то эту ветку забирают, но всегда передают вышестоящему партнеру. То есть вот так происходит в огромном количестве компаний в мире MLM. У нас этого нет. Вы получаете свой фиксированный процент, и если даже кто-то там в третьем, в пятом поколении вас догнал в квалификации, либо обогнал, вы все равно будете, скажем так, до положенного вам уровня глубины получать свои проценты с товарооборота. Вот и все. Минимальная сумма для того, чтобы выводить денежные средства и зарабатывать эти денежные средства в инвестиции, это $15 США. То есть достаточно проинвестировать $15 для того, чтобы начинать развивать крупный бизнес по партнерской программе. Сумма очень демократичная. Никто вас не будет заставлять выполнять какие-то жесткие объемы ежемесячные, личных закупок, там, товарообороту структуры. Все, что вы сделаете, это ваше. И вас никто не будет заставлять подтверждать квалификацию хотя бы единожды когда-нибудь. То есть выросли вы до консультанта, эта квалификация за вами навсегда. Выросли до мастера, вы уже никогда не станете лидером, консультантом, партнером. То есть это ваша квалификация. И, как я сказал, никто вас не будет заставлять доказывать, что вы не верблюд, скажем так, да, и делать какие-то тяжелые физические усилия, чтобы подтвердить еще раз, что вы вот достигли этой квалификации. Достаточно высокий процент выплат с первого поколения, там от 18 до 20, вы можете зарабатывать благодаря нашему маркетинг-плану, вот тех инвестиций, которые приходят в наш проект благодаря вашей деятельности. И вплоть до 24 уровня глубины мы выплачиваем, как вы заметили, там от 0,1% с 24 по 21 уровень, вплоть до 7% со второго уровня глубины. Деньги приличные. Никто вас не ограничивает по количеству людей, которых вы можете пригласить за собой в данный бизнес, только должен срабатывать определенный элемент разумности, как я говорю, да? Одновременно больше 5 активных людей на своих плечах вы не вытащите. Либо вам придется забыть напрочь все, что вы любили до этого, там, семью, детей, родителей, ваши хобби и так далее. Вы будете пахать по 24 часа в сутки, если у вас будет там 6, 7, 10 активных партнеров. Вот. Либо вы поступите грамотно, сначала, скажем так, разъясните все, что умеете делать сами тем, кого пригласили за собой, 3-5 человек, поможете им начать развивать этот бизнес, потом пригласите еще одного человека, научите его, еще одного, а этих уже будете консультировать. В принципе, это было бы самое грамотное, скажем так, поступательное развитие вашего бизнеса и в ширину, и в глубину. Ну и то, что я говорил, бонусное вознаграждение, он начисляется в денежном эквиваленте одновременно на акционный и на бонусный счет, начиная с квалификации лидер. Да? Еще два важных, наверное, момента. То, что если вы выполнили условия следующей квалификации по маркетинг-плану, то в тот же день вы ее получаете. Не ждете там ни неделю, ни месяц, ни каких-то подсчетов там за месяц, за два, за три, как во многих компаниях опять же существует, да, чтобы шагнуть на следующую ступеньку наверх. Где-то нужно поддерживать товарооборот там не 2 месяца должной величины, где-то 3, где-то полгода, если там уже высокие квалификации и так далее. И невыполнение условий потом какого-то товарооборота, созданного вами, сулит падение вниз. У нас такого нет. И фактически вознаграждение вам на бонусный счет приходит практически мгновенно. То есть наш маркетинг-план можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. Да? Ну вот это касаемо маркетинг-плана, касаемо партнерской программы, которая у нас есть на сегодняшний день, вот, с ее дополнениями, с ее, скажем так, изменениями, которые произошли месяц назад. Они коснулись квалификации эксперт-топ-эксперт. Ну и касаемо новостей. Да? То есть я предполагаю, что, возможно, все из вас знают, что будет второй день мероприятия в Минске. Мы сейчас готовим новость, сегодня она там переводится для того, чтобы она была размещена, скажем так, на всех языках. Внутри личного кабинета будет сделана страница, да, точно так же, как и другие конференции, которые были до этого. У нас были Париж, там, Словакия, Санкт-Петербург. Вот, чтобы вы могли из личного кабинета оплатить участие в этой конференции. Стоимость билета $25.
Зал будет вмещать порядка 600 человек. Сразу хочу сказать, что если вы хотели бы на эту конференцию попасть, придется, наверное, поторопиться для того, чтобы, скажем так, ну, успеть купить эти билеты, потому что по мере наполнения зала продажа может быть закрыта в любой момент. Потому что еще есть, скажем так, дополнительные важные моменты, да, есть промоушен или акция, которая будет запущена в действие с 1 мая. И там для тех людей, которые в первом поколении по нашей партнерской программе будут создавать определенный товарооборот, будут определенные льготы по посещению данного мероприятия, которое состоится 2 июля 2017 года. То есть, а льготы это какие? Кто-то может посетить конференцию бесплатно и быть на фуршете бесплатно, да, благодаря созданному товарообороту. Кто-то сможет посетить конференцию и фуршет бесплатно, быть приглашенным на фуршет после выполнения этих условий, и даже получить оплату, скажем так, проезда на свой основной счет, вот, и проживание. На основной счет, лично, извините. А кто-то, кто, скажем, выполнит максимальное условие, которое будет, оно будет озвучено, там, приличный товарооборот, в принципе, но есть люди, которые его выполняют уже не один месяц подряд. Вот, те, кто выполнит это условие, те смогут, скажем так, получить возврат денежных средств не на основной, а на бонусный счет. То есть они смогут вывести. Проживание, скажем так, оплачивается и проезд. То есть проживание из расчета, скажем так, одноместного номера в гостинице Пекин. Это будет посчитано. То есть проживание и проезд не должны превышать сумму 380 долларов США. То есть там, если вы купите себе, будете лететь там первым классом и закажете себе отель люкс, конечно, вам только восстановят, точнее вернут 380 долларов США. Это то, что касается мероприятия в начале июля месяца в Республике Беларусь, сразу же на следующий день после Экофеста. Гостиница Пекин. И еще важная, наверное, все-таки новость хотел бы сказать. У нас сейчас, скажем так, сотрудники нашей компании IT-отдела подготовили сервис, который помогает нам отслеживать какие-то ошибки там в тексте внутри личного кабинета. Да, эта новость сегодня тоже будет переведена на все языки. По всей видимости, завтра она будет размещена у нас на сайте. И в личном кабинете, в новостях, и в рассылке, в дайджесте пойдет на каждый электронный адрес в конце недели. То есть вы сможете, находя ошибки в тексте, выделять текст мышкой, нажимать Ctrl-Enter, у вас будет высвечиваться окошко, в которое будет выделен текст ваш, и вы можете написать в комментарии, там, где ошибка, либо предложить свой вариант текста, если он как-то режет ваше ухо, и уже специалисты нашего IT-отдела будут на это обращать внимание и быстро исправлять ошибки, которые есть. Это касается текстовой информации внутри личного кабинета. Вот. Ну, что вам еще сказать такого? Вопросы есть, кстати, по партнерской программе? Может, есть кто-то, кто, возможно, даже первый раз и не все понял из того, что я сказал? Не стесняйтесь, задавайте. У нас, кстати, сегодня сделана рассылка была, правда, по электронным адресам итальянских партнеров. 13 мая будет конференция, проходящая в Италии. Вот. В зоне термальных источников, недалеко от города Падуя. Поэтому у тех, кто хочет посетить данную конференцию, есть возможность также уже внутри личного кабинета оплатить участие в конференции. Тут уже проживание и, скажем так, перелет или дорога, как вы будете добираться, это за свой счет. В принципе, конференция, в первую очередь, конечно, она ориентирован на людей, проживающих в регионе, скажем так, страна Италия и то, что города, которые поближе к городу Падуя, да, но тем не менее есть люди, у которых и доходы есть, и им нравится путешествовать, и присутствовать на конференции. Еще раз, сумма товарооборота и сумма возврата. Вы знаете, это все будет прописано внутри личного кабинета, возможно, даже завтра уже страницу сделаю, я могу просто назвать там сумму, там 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов товарооборота, 30 тысяч долларов фигурирует и 50. То есть там как бы три условия, одно из них будет там с пунктами А и Б. Все увидите. Автоматический перевод чего, Александр, для работы с иностранцами? Презентации. Но вы знаете, у нас хотелось бы понять презентацию чего еще, конечно, да? У нас много информации, которая дублируется на иностранные языки. Сегодня у нас 12 языков, да? У нас есть канал YouTube, точнее несколько каналов даже, можно так сказать.
Сегодня там, по-моему, выкладывается информация в видеоформате на 14 языках. То есть это не выкладывается сразу же после какого-либо мероприятия, которое прошло, либо после ролика, который появился у нас там в разделе новостей на русском языке, но постепенно эти видео обрабатываются и переводчиками, и людьми, которые эти видео создают, накладываются субтитры на 12 языках, вот, и все это выкладывается на канал YouTube. Поэтому какие-то новости, возможно, там отдельные выступления Юницкого, да, новости, которые приходят из Экотехнопарка и много другое, у нас это дело все идет на 12 языках на сегодняшний день. Я знаю, что вот еще новость, не новость, три языка заливаются. В ближайшем будущем нас ждут еще страницы на греческом языке, на нидерландском, вот, и на румынском. Хотя переводчик румынского работает давно, сейчас просто информация на в наш личный кабинет заливается на этом языке. Вот. Что касаемо синхронного перевода, ну, у нас есть просто специальные мероприятия на целом ряде языков. Вы можете их найти внутри личного кабинета. Вебинары у нас проводятся на немецком, на итальянском, на венгерском, на словацком и чешском, да? Какие еще там языки у нас есть? Французский язык. То есть у нас есть вебинары на этих языках в прямом эфире, которые проходят. Просто надо зайти в раздел расписания и посмотреть. По большому счету, по партнерской программе мы с вами поговорили. Ну, придумать что-то еще в ней достаточно сложно. Да, важно понимать, что в принципе. Наверное, одно из основных преимуществ все это маркетинг-плана – это простота его понимания. То есть, вот есть процент с уровня, вот ты, соответственно, если регистрируешь людей следом за собой, ты получаешь долгое время 15%. Пока дойдешь до квалификации лидер, ты этот маркетинг-план можешь выучить наизусть и рассказывать его ты кому угодно. Вот. А если владеешь несколькими языками, значит, на нескольких языках сможешь его объяснить. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Завтра, скажем так, день вебинаров, которые проводятся Ходой и Сибиряком, хотя там есть еще несколько вебинаров. В четверг, 18 часов, будет презентация нашего проекта, который мы проведем, поэтому приглашайте своих партнеров, новичков, да? Мы поговорим об истории струнных технологий, как это все было. Об истории нашего проекта уже можно говорить долго, да, но мы этого делать не будем. В течение там 45-50 минут просто дадим информацию и о технологии, и о тех пакетах, что у нас есть. Вот. Поэтому с удовольствием с вами пообщаюсь в четверг. Подобная информация, которую дал сегодня, она будет у нас озвучена снова в пятницу днем. Итак, коллеги, есть ли что-то, что сильно разрывает вашу душу изнутри и требует ответа? Ну, кроме там вопросов, касаемых жизни, любви. Вот. Почему люди себя так ведут и так далее, и так далее. Спасибо вам. Спасибо за вашу благодарность. Хорошо, коллеги, спасибо вам большое. Я вижу, Алла Логвиненко появилась. Это не родственница Светланы из города Магнитогорск. Нет, да? Ну, значит, однофамильцы. У нас есть лидер, который работает в городе Магнитогорске. Спасибо всем, друзья. Вот, рад с вами общаться. Будут какие-то вопросы, если вдруг возникнут после нашего вебинара, запишите их и в следующий раз задайте. А я уж постараюсь как-нибудь на них ответить. Не как-нибудь плохо, а как-нибудь хорошо. Всем отличного вечера, весны. В природе и в душе, да? У нас наконец-то вроде намечается что-то теплое в столице. Ну и до новых встреч. До свидания.